Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить легендарного вора, золотое издание, и продолжаем исследовать с вами атмосферные усыпальницы. Итак, мы с вами нашли рок Квинта, нашли душу мистика, осталось нам с вами... Что нам осталось? Там осталось ограбить мертвецов, набрать добычу на 2000 и... украсть драгоценный камень сердца мистика. Ну и, конечно, свалить, короче. Судя по всему, вот это вот место, оно приведет нас к сердцу мистика. Я так это надеюсь, потому что это вроде как единственное, куда мы еще не спускались. Вот, на прошлой серии мы с вами остановились, что не смогли перепрыгнуть вот через это. Ай-яй-яй-яй-яй! Собственно... Так мы с вами и мучились. Почему-то у меня вот не прыгает Гаррет. Не хочет прыгать. Отлично. Е-бой. Так, сохраняюсь. Окей, а теперь нужно понять траекторию дальше. Так, вон там вход, я вижу куда-то. Так. Стрела здесь летит. Короче, я прыгаю сюда. И прыгаю вон на нижнюю платформу. Окей. Сейчас стрельнет. Так. Леха. Он как будто, знаешь, по льду, короче, скользит. Так. Да. О. Фу. Фу. Повезло так как. Не разбились. Так. Что это? Это нет, это ничего, это никакие там не кнопки. Окей, ладно, с этим справились. Тут что у нас? Тот, на кого стражи обратят взор свой, допадет замертво. Окей, ясно. Мы с вами нашли комнату со статуями. Помните, мы читали про то, что сердце мистика охраняют, типа, эти статуи, взору которых... убивает, или как-то так там было написано, короче, я не помню, в свитке. Вот. Вот, собственно, оно и есть. Судя по всему, я так предполагаю, что нельзя... Нельзя... Так? Нельзя вставать перед статуями, я так понимаю. Вот это вот... цементная эта херня, короче, она, наверное, показывает в виде стрелки, видишь? Это в какую сторону идет взор статуи, наверное, скорее всего. Окей. Так. Ну, допустим. Ага, если вот здесь я пройду, меня засекут. Пол такой, как шахматная доска, да? Так, ну допустим, ты как смотришь? Нормуль? Так, допустим. Так, ну здесь, наверное, скорее всего, надо... Возможно. Ну, в принципе, знаешь, это не так сложно. А, ну все, окей. Бляха, напугала. Фу, я думал опять заново. Так, окей, ладно. Дернулся вперед, так. Окей. Так, как мы шли? Мы шли так, сюда. Да ёпти мать, чё-то резко-то, я ж дергаюсь, это пугает. Так, погоди, а если мне сделать, знаешь что? Смотри, здесь цвет. Повлияет это? Будут меня видеть, нет? Эти статуи, если я так сделаю. Допустим.
Так. Окей, я вот до сюда доходил, да? А, теперь, наверное, я сюда. Это, наверное, смотрит в столб в этот, хотя фиг его знает. Так, ладно, давай здесь сохранимся. Вот как вот через ту пробежать? Видишь, она так прям наискосок смотрит. Ну-ка. Опа. Отлично, отлично. Так. Ну, бляха, я не знаю. Твою мать, это что такое? Ты кто? Дядя? Так, ладно. В смысле? Смотри, я встаю здесь и загорается... Опа. 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 Я попадаю сразу на свет. Так, стопули. Бляха, он идет сюда. А смогу я его как-то... Ну какого хрена ты идешь ко мне-то? Иди. Смогу ли я его оглушить? Идет сюда. Бляха! Тихо, 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 тихо. Я смогу тебя убить-то вообще? Тихо, тихо. Какой-то, не знаю, смотри, морда такая, скелета прям. Ого! Я его победил. Труп. Ништяк. Кто это такой-то? Какой-то страж. Так. Все, эти нет, ничего нормально, эти. Нет больше никакого подвоха. Отлично. И 2000 добрались. И сердце мистика взяли. Ну, как вы и говорили, помните, в комментариях вы говорили то, что 2000 наберутся вот из-за сердца, из-за этого. Окей. Теперь нужно выбраться как-то. Ой, ёпти. В смысле? Меня телепортануло? А-а-а, прикол. Допустим. Так, здесь Бурик у нас умер. Убит. Мы его здесь загасили. И... Вот этот наш... как, кто это был? Рыцарь? И кто это? Труп Хаммерита. Такой, знаешь, это... Похож, короче... помните, такая, типа... Детская вкусняха была Скелетон, или как-то так она называлась. Так. Так, а теперь надо вспомнить, где выход. Я просто не помню. Да что? В смысле? Почему вот он не цепляется? Я подошел, вот. Надо обязательно прыгнуть на эту, что ли, лестницу. Вот в смысле прыгать надо на эту лестницу? Что, нельзя спокойно нормально схватиться, что ли, за нее? Надо обязательно прыжок нажать. Как здесь у нас зомби? Это что такое? А, это просто череп. Просто череп идет вон. Так, теперь надо вспомнить, где у нас выход.
Где мы отлазили? Помните? Выход нашли тогда. Ну, в принципе, можно и обратным путем пройтись, наверное, как мы сюда приходили. Но мы тогда видели здесь более такой выход. Его вот найти надо. Вспомнить где. Так. Ух ты, смотри, что я нашел. Смотри, что я нашел, смотри, что я пропустил. Неплохо. Я умудрился что-то пропустить. Так, погоди, нет, не с этой стороны. Где-то мы поднимались наверх, и там был выход. Так. Не здесь, нет? Здесь еще где-то зомби, что ли? Недобитый, что ли, где-то лежит. Так, где-то был подъем наверх. Мы поднимали, вот, наверное. А, ну, наверное, вот он, да? Мы поднимались. Да, что тебе? О. Мы поднялись. Такие. Прошли чуть-чуть. Здесь, что ли? Такие прошли чуть-чуть. И было много ходов. Ну, возможно, это вот. Так, нет, не сюда. Тихо-тихо, главное, не упади. Так. Во, нашел. Где-то здесь. Где-то здесь, а где-то здесь, а где-то здесь. Так, там у нас пусто, там просто, да, такая, типа, усыпальница. Так. Не помню, либо сюда, либо вот здесь наверх. А, здесь типа встань передо мной, да, а то пожалеешь. Окей, значит вот сюда. Значится вот сюда. Возможно. Может и нет. Сохранюсь на всякий случай. Да, по-моему. Или нет? Стопэ. А, да. Вот он, выход, скорее всего. Да. Аллилуйя. Так, все, все выполнили, да? Окей. Ну вот и все. Все выполнили. Миссия комплете. Окей. Итак, сложность эксперт. Мы все, все выполнили, ничего не провалили. Давайте посмотрим статистику. Общее время, короче, почти 2 часа мы убили, прикинь, на эту миссию. Вот. Найдено. О, прикинь, мы все нашли. 2450 добычи из 2450. Мы вроде все нашли. Удар спины 0, оглушено 0. Так, урон 207, получено 17, излечено 10. Девятерых я убил. А мне казалось больше, да? Так, ну и всего за игру уже, прикинь, 5 часов играем. 5 часов уже играем. Так, а, ну это общее, 440, получено 79. Окей. Вот такая вот получилась серия, коротенькая. Вот. Плюс с учетом того, что был
небольшой такой перерывчик, приношу извинения. Вот. Дальше у нас сейчас будет все по этому режиму, или как его там называют. Короче, вот, выпускаются серии. Ну и кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий, всем пока.